Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Несмотря на то, что Майя Донцова и Алексей Купин много ругаются, Алексей думает о свадьбе. Он хочет разобраться во всех недопониманиях и сыграть свадьбу уже этой весной. Майя показала свои синяки после драки с Алисой Литинской. «Алиса била меня по лицу перед датчиком микрофона», – пишет Донцова. «Остались гематомы и кровоизлияния. С такими людьми находиться рядом опасно». В сети сравнивают кадры одного из новых выпусков «Дома-2». На одном из них у Ольги Рапунцель большой живот. Но спустя несколько минут девушку показали в другой комнате, и живота уже как не бывало. Похоже, Рапунцель спалилась и раньше времени отстегнула подушку. Лиза Дриандафилиди и Алексей Чачец интригуют подписчиков новым фото. Похоже, что Алексей устроил девушке романтик. Саша Шева уверяет, что с Араем Чебаняном у нее только дружеские отношения. Она говорит, что Арай уже в прошлом. У них есть общая история, но точка уже поставлена. Похоже, что Саша выбрала себе новый объект вожделения. Судя по зажигательным танцам с Кевином Кузнецовым, молодой человек не против стать ее очередным любовником. А Марго Овсянникова признается в великой симпатии к Иосифу Оганесяну. «Мне наконец-то действительно понравился мальчик», – пишет она. «И уже не как друг, а как мужчина. Этот мальчик – Йося». Иосиф не сдает своих позиций, он говорит, что любит Сашу Черно и ждет ее приезда. Валера Блюменкранц опубликовал трогательный пост, который посвятил жене и дочке. «Нет ничего прекраснее, чем проснуться в одной постели с моими двумя девочками. Такие беззащитные, милые и любимые», – пишет он. Участники на поляне уже готовятся к Новому году. Они нарядили елочку и всячески создают себе праздничное настроение. В очередной раз крупно опозорилась Вика Романец. На своих фото со свадьбы друзей она привлекательная и стройная. Но какова реальная фигура Вики, становится понятно после просмотра этих фотографий. Они сделаны на встрече с ней и с Антоном Гусевым в Краснодаре. Она не следит за фигурой и после пластических операций выглядит не очень хорошо. Костя Иванов, которого пригласили на ток-шоу, прилюдно унизил Виталия Малышева. Он преподнес Виталику шикарный букет роз и сказал при этом, что он самая роскошная женщина проекта на данный момент, а цветами ему следует прикрыть свои рога. Недавно Ольга Бузова приглашала всех принять участие в розыгрыше айфонов. Многие подписались на страницу организаторов и поверили в честность Бузовой. Но гаджеты так и не были разыграны. Организаторы обманули и кинули людей. Многие считают, что и Бузова тоже их кинула, потому что не проверяет рекламодателей. Она готова рекламировать за деньги даже мошенников. Элла Суханова хочет стереть Игоря Трегубенко из своей жизни. Именно такой вывод можно сделать из свежего поста Эллы. Поклонники давно заподозрили в их отношениях неладное. Кто стал инициатором расставания и что произошло в семье Трегубенко, до сих пор неизвестно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.